Все эти или ключевые характеристики будущего смартфона Samsung Galaxy S24 Plus. Новинка получит 2К AMOLED-матрицу, много памяти и аккумулятор на 4900 мАч. Всех приветствую, друзья, вы на канале Фэншоп, полезные не очень. Известный инсайдер Ice Universe поделился новыми деталями о следующем флагманском смартфоне от Samsung – Galaxy S24 Plus. Он также опубликовал и новые изображения. Давайте же знакомиться с ним. Лайк, подписка на канал за старание и приступим. По словам инсайдера, улучшением подверглись два ключевых аспекта нового смартфона. Это его экран с разрешением 2К и объем оперативной памяти, который увеличится до внушительных 12 ГБ. Новый аппарат будет оснащен 6,66-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 3120 на 1440 пикселей с повышенной частотой обновления экрана в 120 Гц. Яркость экрана составит 2500 нит. На борту также поддержка и HDR10+. Размеры смартфона составят 158 на 5, на 75,9, на 7,7 мм при весе 195 грамм. За быстродействие системы будет отвечать специальный топовый разогнанный процессор Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy в связке с быстрой оперативной памятью типа LPDDR5X и до 1 ТБ не менее быстрой памяти формат UFS 4.0. Новинки также приписывают блок камер на 3 сенсора с разрешением 50, 12 и 10 мегапикселей. Селфи-камера будет на 12 мегапикселей. Друзья, если вы хотите оперативно получать свежие новости о новинках, подписывайтесь на мой одноименный телеграм-канал. Там я каждый день публикую огромнейшее количество новостей и горячие предложения от AliExpress по самым выгодным ценам. Переходите, ссылочка внизу в описании. Также стоит отметить хорошие стереодинамики с Dolby Atmos, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 и USB Type-C 3.2. Смартфон получит аккумуляторную батарею емкостью 4900 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 45 Вт и беспроводную на 15 Вт. Также присутствует и обратная реверсивная зарядка мощностью 10 Вт. Стоит также отметить и защиту от воды по стандарту IP68. Работает наш сегодняшний герой на базе Android 14 под управлением фирменной оболочки One UI 6.1 из коробки. Более подробная информация будет уже ближе к релизу, который запланирован на начало января 2024 года. Ну как вам, друзья, будущий южнокорейский флагман? Пишите свое мнение. С вас лайк, с меня контент. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео. Увидимся.